Привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как в скайпе создать категории контактов и добавить туда людей, да, определенных. То есть, к примеру, вот у меня уже тут создана категория. Давайте я заново сейчас создам еще одну категорию. Так, создать список, к примеру, друзья. Далее берем любой контакт, вот, к примеру, Михаил, да, ниже есть такая, да, кнопочка «Добавить список», «Добавить в список», ну и, соответственно, в «Друзья». Оп. Так. Вот и теперь у нас в «Друзьях», да, показывается только Михаил. Далее выбираем «Дис», да, два контакта. «Кандидаты в бизнес». То есть вот таким вот образом.